Спасибо, классно припарковались. В поисках чего-то крутого объездила весь город. И вот, пожалуйста, это гигантский обувной дискаунтер. Если видите, Рокоссовского 49, погнали смотреть, что там. Вот так выглядит сам магазин. Здесь обувь разбита, по-моему, тоже по размерам или как. Ну, была, по крайней мере. Да, большие вон есть размеры. До 51-го, между прочим. Босоножки. Понятное дело, что не из кожи, но их здесь можно купить за 20-25 рублей. Вот, видите, сандалики. Если кто-то еще куда-то едет, то вот, ну, до 30 рубасиков они здесь стоят. Выбор большой. Хорошенькие. Вот такие кроссы за 20 рублей продают. А так 70, 55, 35. Лучшее предложение за 60. Странно, за 35 дешевле. И что? Кто в детстве такие носил? Я. Сейчас стоит 20 рублей. Ну, конечно, это хард. Богема. Если нужны на какие-то сабантуйчики, то есть разнотон, это с дефектом, значит, за 5 рублей вот такие хорошенькие туфли. Ну, кто там в темноте заметит, да? Обувь с натуральной кожи, видите, она будет помечена, чтобы никто ничем не запутался. То есть цены здесь от 40 рублей, вот я не вру, но в среднем натурально такие вот макасы будут 65 стоить. Если кто-то к школе еще не купил, то идет по 35, 45, 55 рублей. Тут обувачка, ну вот туфельки 35 рублей, ну, в принципе, норм. На осень топовые ботинки здесь 55 рублей. Посмотрите, какие классные. Они подходят ко всему. 55 и где-то до 60, короче, рубасов. И размеры есть. Мужская натуральная кожа, смотрите, по 60 рублей. Есть даже за 55. Но точно не дороже 60. Так что берите на заметку, ребята. И, конечно же, детская. Детская здесь от 20 рублей. Вот, пожалуйста, 20, 30, 35, есть на оценке, вон даже за 10 рублей. Какая бусечка за 15. Вот такой вот магазин с обувью, вообще сумасшедшие низкие цены, Рокоссовского 49. Я поехала дальше кататься по городу в поисках крутых цен и магазинов. А если знаете наводки, пишите, пожалуйста, сюда.